Помню, когда я служил в армии, у меня был сон, в котором я видел молодую девушку, которая едет на велосипеде, счастливая такая, вся в лучах солнечных. И в ней я узнал бабушку. Хотя ее никогда молодой не видел, даже на фотографиях никогда не видел, не знал, как она выглядит, молодая. И потом я проснулся, созвонился с родными, и мне сообщили, что эта бабушка умерла. И на тот момент для меня это был прям такой сильный знак того, что духовный мир существует, он реален, потому что, ну, а как иначе объяснить вот то, что произошло?